27 серия 5 сезона. Ваня в синглплеере. Видите, я сходил в пустыню. Всем привет. Из хороших новостей я прошвырнулся и таки смог себе сделать 16К Storage Cell. Это офигенно, потому что сейчас мы из этой хреновины пойдем делать айт-карьер запущенный. Пока что я не осилил сделать себе переработку руды, так что подскагеры, которые пакуют землю и кобблстон, и все остальное отправляется куда-то сюда. Ух ты, сколько... О, кварц пришел. Кварц пришел. Кварц — это очень-очень-очень клево. В общем, все пока идет сюда. Карьера работает как заведенный. Пока мы баловались Томкрафтом и мучились там, вот у меня остановилось все здесь. Кончилась грязевая печка, кончилось производство бензина, кончилось вообще все. Вот, поэтому я решил пока что... Что-то у нас эти хреновины полные. Пока что я решил, что имеет смысл набирать энергию, но как-то жрут у меня эти хреновины больше, чем надо. Так, что, у меня опять саплинги кончились. Да, заодно заправил тележку. Топливом мы вообще привел там все в порядок. Саплингов теперь много. И саплинги теперь хранятся в новой системе. Ух ты, блин, как они тратятся, не кисло. Прямо зашибись. Так, у меня есть полная ячейка, что уже хорошо. А еще у меня есть вот это устройство, которое называется терминал, из которого я хочу сделать крафтинг-терминал. Для этого нужен workbench, storage cell. Кажется, я могу себе позволить сделать даже storage cell. У меня есть вот такой storage cell. Теперь... Так, а вот это сейчас немедленно идет сюда, потому что если кончится фертилайзер, то будут проблемы. Как меня задолбало вообще носиться туда-сюда. К сожалению, на этих самых, вот на этих трубах я особо ничего не сделаю. Но мы сделаем все на логистик пайпсах. Тоже вариант. И очень неплохой. Так... Железо и work table. Один такой даже есть. Зачем я их с собой таскаю, не очень понятно. Но вот где-то надобыл. Так, ура. Сейчас должно стать сильно легче. Чего не хватает? Стекла. Стекло есть. Не хватает вот этой штучки. Вот этой штучки не хватает. То есть редстона. Ну, в общем, неплохо получается крафтить уже и на таком столике, но крафтить на вот этом столике будет сильно лучше. Сделать, что ли, все? Почему бы и нет? Во! Теперь можно будет крафтить прямо не отходя от кассы, а это значит, что можно будет перетащить сюда все мои дурацкие машины. Пока что я импортировать в эту систему особо ничего не хочу. Это просто хранилище. Вау. Ну-ка. О как. Круто. То есть все можно покидать пока сюда. Но не в очень больших количествах. Потому что вот эта ячейка у меня отформатирована для хранения того, что у меня производится много. Вот эти ячейки отпущены. И в одной из них много-много-много-много дурацкого дерева, которое было туда засунуто. Ну, оно туда было засунуто. Как же я прошвырнулся? Давайте я вам карьер покажу. Я восстановил себе порталган читом, так что не расстраивайтесь. Опа. Вот, это наш карьер. Карьер работает офигенно быстро. Ну, а что бы ему не работать быстро? Единственная неприятная проблема заключается в том, что... О, все, эта штука доработала. В том, что у нас тут много-много-много вот этой жидкости, которую я не хочу терять. После того, как я посмотрел, что ж такое Ars Magica, я понял, что это тот самый мод, в который мы будем играть. Вы знаете, кажется, прямо сейчас мы этим и займемся. И самый... Йоа! Боже... Попасть в зыбучие пески над водой — это очень смешно.
И самая первая, наверное, штука, которую я сейчас сделаю, это цистерна. Ну, давайте для начала 3 на 3, потому что эту воду я к себе буду таскать просто тоннами. Так. Кстати, еще интересный вопрос. Я видел... нет, не барим, она называется лава. Как? Лава. О, вот это бочка. Что это за бочка? Ага. Кодрон, вид прессур, плейт и сталь. Тут можно хранить 256 ведер лавы. Интересная штука, правда? Просто хранить лаву. 256 ведер в одном блоке. Не кисло. Итак, насколько я помню, для того, чтобы сделать цистерну, нам, блин, нужно стекло. Но стекло у нас есть. Кстати, можете меня поздравить. Эта хреновина сделала свой первый кусочек золота. Маленький. По-моему, на третьей или четвертой загрузке гравием она таки его нашла. Ну, так бывает. Так, я не буду делать обыкновенных цистерн. У меня все цистерны будут стальные. По-моему, вот так. Сейчас вернусь. Если я ничего не ошибаюсь, мы делали вот эту фиговину. А почему она не сделала? Стекло же есть. А потому что нужны панельки, которые еще со времен Томкрафта у меня лежат в томкрафтерной комнате. Панелек тоже надо будет много. Пора выходить на промышленные масштабы безобразия. Так, если... Боже, я сделаю... Ну, пусть будет столько. Еще нужно сделать... как эти штуки называются? А для стил-танков разве не нужны валвы? Нужны... И мы их сделаем. Интересно, почему у меня 3 решетки? Железо заканчивается. Но очень неплохо то, что я прошвырнулся. И сделал себе немножечко железа. Я на самом деле искал кристаллы. Но наткнулся много на какую руду. Ничего не поделаешь. Так. Как это делается? Угу. 8 штучек нам хватит. Идем устанавливает. Одна из этих комнат будет... Нет, твою дивизию. Как меня задолбало тут проваливаться. Так. Может быть, томкрафтерная будет здесь. То есть не томкрафтерная, а арсмагикальная. Если арсмагикальная находится здесь... то как бы нам аккуратно сделать цистерночку. Цистерну можно сделать офигенную. Так как это просто тупо жидкость, которая не так уж, чтобы должно быть много. Экономим лампы. То, наверное, оно будет как-то вот так. Насколько я помню, обязательно дно должно быть с пимпочкой. Здесь, наверное, тоже пимпочка. Ну, я из того, что сделал, могу сделать тысячи. Цистерен. Да. Давайте сделаем вид, что у нас все металлическое. Потому что металлических штуковин я сделал много. А вот здесь, например, будет жидкая фиговина. О, прозрачная. Не высоковато? Надеюсь, нет. Сейчас посмотрим, сколько сюда вольется. Так. Ага. Йоу. Ну. Чего не хватает? Неужели края обязательно должны быть стеклянные? Или нам нельзя... Стоп. Я помню, в этих цистернах есть какая-то очень смешная подстава. Они строятся по определенным правилам.
Но только вот этих правил я не помню, к сожалению. Вообще, если честно, не знаю. Поэтому мы экспериментируем. Может быть, я не там поставил вот эту штуковину. Может быть, она обязательно должна быть здесь. А дно обязательно должно быть вот такое. Все, может быть. Да, ты смотри. А если я не хочу делать стеклянные бока, то что у нас будет? Будет? Будет. Во. Ну что, сюда имеет смысл слить все мои запасы этой самой жидкости, потому что банки для переноса я буду использовать. Ну, ладно, здесь сделаем стеклянненькую. Вот. А вторую такую сделаем для мобэссенции, наверное. Не знаю. Давайте попробуем как-то вот так нафигачить. Не круто. А, ну да, это же айтем. Ну, бывает. Но нужна такая же, только желтенькая. Желтенькая кончается потихоньку. Во! Угу. Должно течь. Должно течь само. Угу. Ура. Такс, пока оно сейчас тут само течет, я сбегаю, скину все вот это барахло. Ай. Сделаешь ли 3 на 3 дырки? Это все сюда, это все сюда. И можете меня под... Че, все? Почему не пускает? Это все сюда. Вот эти штуки пока ставим. И зальем сюда всю вот эту жуткую жидкость. Пора навести у меня небольшой беспредел. И наделать, например, палочек. Ух ты, как здесь это удобно. Ну-ка, фрейм. Ага. Одну штучечку, пожалуйста. И, по-моему, нужен бук. А вот еще делать бук не очень понятно. Давайте я притащу сюда. Так, ну фрейм по-любому нужен. Я думаю, что вот где-то тут мы сделаем себе свой маленький колодец. А если у меня ведра? Черт, вот об этом-то я как раз и забыл. Что нам нужна эта жидкость? Количестве. Да, это очень смешные ведра. Ну, просто они ну, так выглядят. Раз. Два. О, как можно делать. Круто. Три. Четыре. Книжка, кажется, у меня была. Так, мы сюда вешаем вот эту штуку. А книжки у меня все... В каком-то из вот этих сундуков. Это со мной, это со мной, это со мной. А вот и книжки. Я жду, когда у меня доработает карьер. Что я делаю? Можно же сделать вот так. Хе-хе. Работает. Как только карьер даст мне достаточное количество этих дурацких кристаллов... 8 штучек. Вы смеетесь? То сразу можно будет начинать заниматься всем подряд. Книжечку сюда. Чем-то на нее нужно ткнуть. Или же не книжечку. Ну-ка, 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 ну-ка. Как эта штука делается? Ага, нужно сделать спелбук. То есть нужно притащить некоторое количество запасов кожи. Если у меня ее здесь всего две штучки.
Но кожу я сюда, кажется, притаскивал. Не, не притаскивал. Что случилось с моей тележкой? Ей очень плохо. Тележка останавливалась, поэтому у меня здесь все заросло. И с ней может быть все что угодно. Кажется, она не может... Что? Кажется, она не может ничего. Потому что у нее кончились алмазики. Сейчас ее заправим. Когда тележка полностью выключена, ей нужно, по-моему, ровно 2 алмазика. Вот. И она тут же резко начала. Она сообразила, что ей надо работать. У нее появилась острота лезвия. И она продолжит работать. Так, что еще хотел сделать? О, боже. Что это вообще за ячейка? Почему она здесь лежит? Для того, чтобы ферма не выключалась, подкинем ей сюда еще не выкинутый мотор. Немножечко угля. Пусть просто будет. Так, зачем я шел сюда? За кожей. Надо будет разобраться, что здесь происходит. Вот эта штука, что ли, забита? Почему эта хреновина не варит? Варит, вовсю варит. Они столько писают. Интересно. Так, и еще нужны были, кажется, ниточки. Но с ниточками сейчас разберемся. По-моему, ниточек здесь нету. Фу. Это сюда. Сейчас придется сходить еще за жидкостью. Ну, на самом деле, не просто сходить за жидкостью, а установить сосалки. Действительно, не хочется портить хороший продукт. А еще вы можете заметить у меня каменные мечи. Это я достал из того сундука. Думаю, что их надо дотратить. Бегаю я сейчас в железной броне, потому что Томкрафт меня не очень интересует. Не, нагнал я на него. Есть в Томкрафте чего-то. Например, палочки и вот эти сапоги. Ну, еще, наверное, там пара интересных штук. А все остальное... Все остальное неинтересно. Скиллбук, пожалуйста. Во. Стоп. А книжечка-то превратилась. Но теперь у меня есть еще скиллбук. Аркан Компендиум. Вау. Вступительное слово. Как использовать Компендиум? Арс Магика Юи. Наш первый спел, но сейчас первый спел сделаем. Орос. Magic Level. На самом деле, знаете, я буду играться, как играется. Что у меня вообще магии? Нет, нифига. Жуть какая. Так, ладно. И нужно почистить за собой мой замечательный вот этот вот разлитый. Ух ты. Как легко и непринужденно это можно, оказывается, делать. Мою разлитую лужу. Так, что дальше? Дальше нужно начинать качаться в этой самой арсмагике. И сколько ведер? 300 ведер. Офигеть. А вот если использовать ту лава-банку, это была бы одна лава-банка. Если бы это была лава. Офигеть. Круто. Что дальше? Дальше мне нужно сделать окулус. Инокулятор. Интересно, что это. Как же делается окулус? Какая-то легкая, простая в изготовлении хреновина. Крейгстон Брикс. А он окулус. Это у меня есть. А Крейгстон Бриксы делаются из... Чизл? Нет, меня интересует
Да вы чё? По-моему, они с динамитом как-то делались. А, тут из любых стонбриксов эта штука делается. То есть сюда достаточно припереть угля. А, немножечко этих дурацких кристаллов я туда уже закинул. Посмотреть на то. Опа! 4 касторыш. Первый уже закончился. Второй на половине. Но все, мы попали. Теперь можно делать окус. Чего не хватает? Какого-то камушка. А если так? Чего же вам не хватает такого, господа? Я сюда кинул мало камней. Да, я сюда кинул мало камней. Не проблема. Камни у меня были даже вот в этом сундуке. Это строительный материал. Да, я делал две комнатки. Это и под магию. Это комната под моторы. Вот, теперь у меня должно быть легко и непринужденно. Что такое? Disintegration модуль. Оккультический комб. Что такое? Почему ты не хочешь мне делать бриксы? Странное устройство. Эй. Эту хреновину нужно установить где-нибудь. Здесь. Вау! И можно изучить 3 легких спива. Я думаю, что... Self Not Learned. Touch. Проектайл. Ну и дамажить будем. Или лечиться. Думаю, лечиться. Себя. Лип. Прыгнуть. Regeneration. И хилинг. Вот сколько всякой дряни я изучил. Такс. Сейчас я пойму, что нужно делать дальше. И уберу вот эти вот штуки заодно. Забавно, в компендиуме нет ничего про построение алтарей. Сказано, что нужно сделать inscription table. Торчи. Это самая фигня. Да, надо потихонечку перетащить сюда все мои замечательные, офигенные ресурсы. Правда, черт, место кончается. Итак, мне нужен пергамент. Тут есть. Должен быть. Спел пергамент. О. Дайте мне, пожалуйста. Зачем мне так много, не очень понятно. Мне нужен будет всего один. А теперь можно делать смело inscription table. Приятная штука. Когда у нее будет автоматический крафтинг, будет еще круче. Вау. Так, что нужно? Нужен специальный бук. Специальный бук. Бук and Quill. Ой-ё. Это что, мне нужно на сквидов теперь охотиться? Кажется, я попал. Дело в том, что у меня было примерно полстека этой дурацкой черной краски. А, можно ее как-нибудь делать? Из Блэквула. В пульверайзере. Ха-ха-ха-ха-ха. Интересно. Так. Так, это называется бук. Не бу, бук. And Quill.
одну штучку, пожалуйста. Сюда идет Book and Quill. Сюда идет Self. Или надо перетаскивать Self, Regeneration and Heal. И переименовываем это в Heal. Ура! У меня есть книжка, которую теперь нужно зафигачить на алтаре. Интересно, есть в компендиуме про алтарь? О! Наконец-то все это хозяйство открылось. Во! Spell Compound. Ага! То есть нужно было просто строить эти штуки. И тебе... Во! Крафтинг алтарь. Как нифиг делать? Винтриум и Стоун. Так. Для начала нужно построить крафтинг алтарь. Можно... Лейерно показать. Строить его можно из незербриков, которых я с собой припер. А, судя по всему, здесь у меня будет центр. Кажется, я сейчас испорчу всю свою красивую хреновину, построенную из лампочек. Да, я не подумал. Не предназначена моя комнатка для... Он здоровый. Дай-ка его на уровень вниз спущу. Так, ну чё, эта штука начинает быть похожа сама на себя. Единственное, что... Что я сделал? Вот такой вот алтарчик. Теперь нам нужны лесенки. Так-с, лесенки. Одна лесенка у нас есть. Так, они должны быть установлены. Ага. Где эту лесенку? Теперь я не представляю. Как делаются лесенки из незербриков? Не делать. Нифига себе, я уже три стека кирпича сожрал. Как я умудрился? Нет, лесенки делаются на крафтинг-столе. Все, надо привыкать к этой штуке. По-моему, лесенок нужно сильно больше. Сейчас посмотрим. Так, лесенки так, лесенки так. Ух ты, как она смешно встала. Что дальше? Не та книжка. Компендиум, да, компендиум надо будет куда-то деть. С собой его носить не надо. Ага, блоки. Из чего нужно делать блоки? Алтарь я делаю... Ага, нет, не то. Не та кнопка. Алтарь я делаю из незербриков, потому что говорят, что за незербрик мне дают плюс 3 эффекта. А еще можно даймонд, голд, ляписные, айрон, мунстон, санстон. Эмеральдные жалко, золотые, наверное, золотые не очень жалко, тем более, что золотых блоков. Выпустите. Лампа на входе, это может быть даже не очень прикольно. Золотые блоки были. Чуть было не перевел все на том крафт. На самом деле я хотел ими кормить пека. Золотые блоки сюда. Сюда. Ух ты. Как еще? И все заставить лесенками. Единственное, что здесь должен быть блок. Здесь. И блок должен быть здесь. Остальные блоки можно смело... Черт, я сейчас сюда не запрыгну уже. Остальные блоки можно перегнать в лесенки. Ага, вот в чем проблема. Комната ровно той высоты, которой было бы нужно. Так. Экспериментируем. Вроде получается. Ой, лампы дурацкие. Я уже не очень счастлив тому, что я их начал использовать. Уж очень по ним бегать неприятно.
похоже на правду. Ну, тут вот так, это легко. Тут также. И последний набор незербриков. Мне придется сбегать еще за набором кирпичей. Последние кирпичи, то есть столько незерака, сколько я накопал. А, они... Это еще не последние. На мана, живем. Мы еще печку для стали сделаем. Ух. Эти фиговины нужно сделать во всех частях моего дома. Но это не страшно. Скоро я запущу множество карьеров, когда у меня будет автоматическая переработка руды. И вот тогда мы... Ой-ё. Да что ж такое-то? Не... А, понял. Да, так у меня не получится. У меня получится это сделать вот так. Ха-ха. В прыжке. Даже в прыжке не получается. Вообще что-то очень странное. О! Давайте мы пристроились. Блоки поставлены. Мы делаем вот эту фиговину. Устанавливаем эту фиговину. Еще нам нужен... Ух ты! Ачивмент дали. А где она? Должен быть... Нет. Должен быть вот этот самый блок. Офис спел. Мы мое первый спел. Должны были фигакнуть сюда. Ну ладно. Видимо, я тут что-то не доставил. Ну-ка, его можно разломать. О, как. Окей. Видимо, дело в том, что нужно поставить выключатель. А еще нужно поставить лектерн. То есть подставку под книжечки. Элементарно. Вот вопрос интересный. Откуда у Дейрвольфа столько ресурсов, что он никогда не заморачивается о том, что у него есть, чего у него нету. И как бы этого добиться самому. Так, ну лектерн. Теперь мы устанавливаем хреновину. Ну, установили, типа. То есть, если мы теперь положим сюда вот эту книжечку. Она начинает ее читать. Так, ага. Материал Бленк, рун, аум, винт, ага. Эссенция нейтральная. Как добывается нейтральная эссенция из вот этой вот воды? Сейчас попробую найти. Кондуитс. Дозер машинс. Ага. Эта фиговина тупо делается из кирпичей и вот этих вот камушков. Ух ты, эти камушки делаются по одному. Внезапно. Так, и улучшить ее невозможно. Где она у меня будет стоять? Видимо, они будут стоять как-то вот так. Стоп. Какое расстояние должно быть? Видимо, 3. Для того, чтобы... Или 2. Для того, чтобы по центру уместить. Ведь суть потому, что у меня специально комната, в которой плохо делать арсмагику. Видимо, она должна закрывать лампу. Ну, всегда так. Вот. Да, по размерам похоже. Теперь мне нужен мел. Как делается мел?
Чалк. Blue, Red, Fight. Ой-о. Ага. Он всегда из Аркан Аша делается? Нет, по-моему, он делается из Винтриум Даста. Так, какую нужно нарисовать фигурину? Blue Chalk. Blue Chalk, так Blue Chalk. Blue Chalk. Что нужно? Нужна глина, синяя краска. Ну что, кажется, крафтить на этой фиговине уже становится более-менее нормально. Так, пробуем. Черт. Неужели не хватает места? Неужели 3 на 3? Я прямо... Зато лампочка будет. Раз, два, три. Йо. Какого он размера огромного. Прямо рядом с алтарем. Интересно. А в угол его поставить? Давайте я действительно поставлю их по углам. И вот он, торжественный момент. Ну да, тесновато тут. Тесновато. Тут будет еще один, тут еще один, и все. Вау. Заработало. Насколько я понимаю, чтобы эта фиговина работала правильно. Боже, у меня там эта дурацкая земля еще не чищенная. Под нее нужно разлить. Если я сейчас тут прокопаюсь, там будет... А, не, нормально. Жить можно. Вот куда-то сюда. Нужно разлить... Зачем я это делаю? Ну, на самом деле, я понял, зачем я это делаю. Я хочу избавиться от лишней земли. Угу. Будем считать, что как-то так. Берем наш офигенный набор ведер. Берем нашу офигенную эссенцию и разливаем ее одну сюда. Она должна туда утечь. Ух ты, тут что-то происходит. Вау. Одну сюда. И одну куда-нибудь вон туда. Упс. Слушайте, а он ее выпивает. Хм. Такс. Мне нужно срочно сделать фиговину. А, сейчас я попробую найти ее. Сдается, у меня все есть. Магитех став. Монофокусов. Пожалуйста. Как у меня нет стекла? А это что? Стоп. И что за фигня? Магитеч. Став. Нужны фокусы. Фокусы делаются из... А. Из Golden Nuggets. Сейчас мы накидаем нам Golden Nuggets. Фига себе. Я щедрый. Угу. Некоторое количество фокусов. Я думаю, что их мне потребуется немножко. Ну, наверное, штучек 16. Полезные штуки. О. Так, продолжаем разговор. Магитеч став. Это были одинаковые обыкновенные фокусы. Теперь нужно сделать редстонных фокусов. Раз, два, три, четыре. Ладно, шесть. Семь. Ух ты, все-таки не очень весело. Магитеч став. Так, палочка есть. Вот этот фокус один есть. Почему все время надо набирать? Во. Ну-ка. Во. 1% эссенции. Эта штука выпила всю воду.
Значит, нужно автоматизировать как-то наполнение вот этой вот фигни, вот этой жидкостью. Не то чтобы мне прям вот совсем не жалко, но как-то... Жуть. Ладно, будем считать, что энергии здесь дофига. Да, кстати, энергии дофига. Ну, собственно, и все. Осталось понять, какие именно ингредиенты мне нужны для этого самого спла. Blank Room. Да как нефиг делать. Твою же дивизию. Надо привыкать. Blank Runes нам пригодятся. Есть. В общем, сейчас я буду искать все вот это безобразие и аккуратненько раскладывать у себя в инвентаре для того, чтобы приготовить этот спел. Ну, вроде все. Осталось сделать себе одну синюю руну. Одну зеленую руну. И одну пустую руну. Спел пергамент у меня есть. Так. И как все это хозяйство запускается? Нет. Бросить сюда одну руну. Сейчас разберемся. Так, мы расположили книжку. Надо бросить руну. Теперь надо стоять и смотреть. Если алтарь собран правильно. Ой, надеюсь, он собран правильно. А, нифига, он не собран правильно. Знаете, что мы забыли? У него тут должны быть еще какие-то хитрые блоки. Где это было? Где это было? Dark Crafting Altar. Вот это Magic Wall. Magic Wall. Ага. Ну, совсем не проблема. 4 штучки Magic Wall'ов, пожалуйста. Вот, я-то думал, что он не работает? Я 4 просил. Интересно, какие свойства у этой штуки, что их делают таким количеством. Зачем нам столько нужно Magic Wall'ов? Что из них можно делать? Или какие у них свойства? Ходить через Magic Wall нельзя. Значит, можно видеть. А, это необходимый реагент. Во! Теперь вот эта штука включилась. Теперь можно кинуть сюда пустую руну. Он ее сожрал. Требует Оум. У меня их 2. Потому что нужно оба. Хм. Теперь он требует пыль. Стоп. Фокус. А, это стандарт. А мне нужен лессер. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как делается? Твою ж дивизию. Мне нужен лессер. Он у меня есть. Окей. Лессер фокус. Включаем. Не работает. Значит, нужно настроить. Что такое Crystal Orange? Crystal Orange. Здесь у меня железо там есть. Железо есть, чего нет. Чего у нас нету? Цветочков. Цветочки. И вот эти цветочки тоже нужны. Вот, теперь я смогу настроить свою фиговину, чтобы она дрейнила отсюда сюда или шифтом. Вон. А,
сюда. Нось. Ты ж смотри, работает. Ха-ха-ха-ха. Синяя руна. Яблоко. Зеленая руна. И у нас, кажется, наступает счастье. Черт, еще один ом. Я, наверное, должен буду сходить и устроить себе плантацию этих оумов. И ура! Спел, готов. При первом использовании мы обзовем его хил. Прекрасно. И дадим туда какую-нибудь зелененькую фигуринку. Ну, наверное, это будет самое маленькое сердечко из всех. О, сколько тут страниц спелов. Все, Enter. Боже, что это? Хил. И хочу вот эту иконку. Жуткая история, что дальше? А, нужно было нажать Escape. Ура! Ну что, судя по всему, на улице ночь. У меня дурацкий каменный меч. А, нет, не ночь. Это как раз тот самый меч, которым можно обижать без зазрения совести всяких мобов. Сейчас пробегусь, пообижаю. Ух ты, что мне тут принесли. Ага. Нет, вот этого мы обижать не будем. Во. Вот кого мы будем обижать. А ну, пинай меня. Давай, 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 давай. Пинай, пинай, пинай. Чё? Какой ты у нас агрессивный. Ну, в общем, теперь я умею лечиться. Осталось научиться еще так кушать. И мясо мне будет не нужно, ну, совсем не нужно. Шестой уровень хила. Прикольно. В следующей серии попытаемся сделать броню и кактусную ферму, потому что кактусная ферма на ручной тяге, но это ну совсем не то, что я хотел. И можно ли сделать из этого... Черт. Из этого кристалл ренча ничего особо не сделаешь. Нужно сделать тут подачу жидкости. Я думаю, что это просто поставить еще пару алтарей. Сюда ровно два еще, как я понял, влезают. И продолжать ждать, когда у меня будет достаточное количество кристальчиков. Была очередная серия. С вами был Ваня. Счастья, радости. Пока.